Главный тренер команды «Авангард Курс» Игорь Александрович Ныряев готов ответить на ваши вопросы. Игорь Александрович, ну, по традиции, первое впечатление от этой игры. Знаете, очень тяжело, особенно после такой концовки, что-то комментировать. Справились, готовились сыграть, ну, играли на победу в этом матче. Рад, что большинство, ну, за исключением этого эпизода, когда действовали слаженно, контролировали мяч, не давали сопернику, который достаточно неплохо, на мой взгляд, умеет играть быструю атаку, проводить ее. Да, были шероховатости, там ошибки. Ну, ближе уже к концу, как всегда, у нас вот немножко сидит в голове, в эмоциях. Мы не можем доработать до конца свой эпизод, не кладываем ответственности. Как следствие, вот такие обидные голы на последних минутах. Будем двигаться дальше, настраиваться на следующую игру. Спасибо. Вопросы есть? Спасибо. Спасибо. Удачи.